Как настроить свою вебинарную комнату под проведение вебинара? У вас должна быть своя ссылка, по которой вы будете проводить вебинар. У меня она сохранена в закладках. Добавляем или вставляем и проходим по ней. Бывают сбои, она сразу не загружается или какие-то проблемы, просит пароль или еще что-то. Мы перезагружаем, и все нормально. Если же после даже перезагрузки вас все равно просит пароль, пишите спонсору, что-то с комнатой не то. Может быть, предыдущие, кто проводил вебинар, не сняли пароль. Вот, вот так выглядит вход в вашу менеджерскую, по вашей менеджерской ссылке. Вот здесь, вот, войти, даже войти не надо, напомню, нажимать. Ну, я войти нажимаю обычно. Вот, высвечивается вот такое окошечко. Вы нажимаете «Разрешить». Вот, войти. Так, теперь, да, я готов к трансляции. Все, у вас открылось вот окно. Вот вы, допустим, да, тут как спикер. Теперь, что мы делаем, чтобы настроить свою фотографию? Настройка. Камера. Вот. Использовать картинку вместо веб-камеры. Да. Так. Редактировать картинки. Вы загружаете свою. Как? Файлы. Вот. Выбираете любой файл. И открыть, загрузить. Загружаете картинку. Выбираете ее. Все. Теперь, как загрузить презентацию? Нажимаем «Презентация», «Мод», делаем «Загрузить». И вот, допустим, как загружать. Давайте покажу файлы. Сейчас, видео для презентации. Мои презентации. Ну вот, моя старая презентация, мой рост. Загрузим. Так, вот, высветилось, да? Загрузить. Вот она идет, конвертация. Он может долго вот так вот искать конвертация. Ну вот, загрузка, да, произошла. Бывает, что долго, можно перезагрузить комнату, зайти и вот в этих списках поискать. Бывает, что он уже добавляет вашу презентацию, то есть она уже здесь. Просто вы ищите ее по названию. Вы же помните, да, как вы его подписывали? Вот, итоги 7-го каталога Эльвира. Вот, это моя старая, да, презентация. Ее потом можно здесь же найти, да? Но что мы делаем? Нам она не нужна. Так, итоги 7-го каталога мы ее удаляем. Зачем, да, как бы лишнее место занимать? Работа над ошибками, это тоже моя презентация. Мы нажимаем play напротив нее, и вот она у вас работает. Так, мы ее тоже удаляем, она нам уже не нужна, да, чтобы очистить место. Так, давайте поищем ту все-таки, которую я загрузила. Их тут так уже много. Итоги 6-го, командная встреча. Командная. Вот, поздравление 08.07.2014. Это тоже моя презентация. Мы это уже убираем, она уже нам не нужна. Чтобы место, да, не занимать. Так, наверное, в конце. Вот, да, вот мой рост. Это моя презентация, которую только что загрузила. Вот. Это моя самая первая презентация. И что делать? Объясняю. Здесь мы передвигаемся между слайдами вот этой кнопочкой. Вот чтобы запустить, да, все. Вот, нажали play. Вот. Для того, чтобы начать выступать, вам необходимо нажать говорить. Вот, видите, появилась ваша фотография. То есть вы начинаете вещать.
Так, опять отключаем. И вот, как же переключать наши слайды? Вот, между собой этой кнопочкой. Вот, ничего сложного. Вот они передвигаются. Ну вот, в принципе, все. Чтобы снять или убрать свою презентацию, просто нажимаете стоп, и все исчезает. Выходит другой спикер и вещает. Ну вот и все. В принципе, думаю, вам будет полезно.